Всем привет, это Павел Белинский и с вами «Бегущий человек». Один из непременных атрибутов английской столицы – пьяный мужик, который сыт на фундамент дома в Вестминстере и в Сохо. Каждый дюйм этой части Лондона обоссан вдоль и поперек, и не по одному разу. Но власти наконец-то решили с этим побороться. Одна из креативных фишек – особое водоупорное покрытие фундаментов здания. Если плеснуть жидкостью на такой фундамент, та отрикошетит обратно. Получается, что если ты обоссышь дом, то дом обоссыт тебя в ответ. В Москве ищут кота-актера для рекламы вейпов. Такая вакансия появилась на сайте человеческих объявлений. Соискателю предлагают зарплату, которая хватит на кошачий корм за то, чтобы он осознавал и демонстрировал кошачье превосходство над другими формами жизни. Дилеры ожидают роста цен на новые автомобили в начале 2023 года на 10%. Дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Ожидается, что товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца первого квартала 2023 года. Организация «Экологическая вахта Сахалина», которую внесли в список иноагентов, объявила о закрытии. Оно существовало с 1995 года. Мы вели судебные дела, обследовали реки, пресекали браконьерство, выявляли загрязнения и добивались наказания нарушителей. К сожалению, наш единственный выбор сегодня – завершение проектов и ликвидация организации, заявил ее представитель. Пенсионерка зарезала и расчленила жену своего внука в Тульской области. 66-летнюю Светлану Шлееву арестовали за убийство 29-летней жены своего внука в деревне Упертовка Богородицкого района. Женщины часто ссорились между собой во время очередного конфликта на бытовой почве. Пенсионерка два раза ударила 29-летнюю Юлию ножом в живот и один раз в сердце. Та скончалась на месте, а после убийства пенсионерка расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах для дальнейшей утилизации. После этого пожилая тулячка сама пришла в полицию и рассказала о случившемся. До обнаружения тела девушка числилась без вести пропавшей. Пенсионерке меняется статья 105 УК «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.